Практика, критерий истины. Разобрался, зачем нужна пружинка. Классная вообще вещь. Просто, то есть, мы детальку снимаем. Опа! И вот что происходит там, где нет пружинки. Там происходит полное падение черного ястреба. А там, где есть пружинка, все на месте. Вообще. Вот это изобретение, да, ребята? Пружинка. А тут все развалилось в какашку. Кстати, он здесь идет. Одеваем. Низко, выше надо на лесенке поставить, на следующую ступеньку, чтобы ровно была она, да? Ага. Так, теперь подкрутить. Все, похоже.